Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в игру Stray. Квартира, 0 из 27, продолжить, выбор головы даже есть. В Stray продолжаем с тобой играть про Барсика, который потерялся, случайно упал куда-то и разлучился со своей семьей, и сейчас он пытается найтись, так сказать. Вот, ему помогает, или точнее, он помогает какому-то некому роботу. Вот. Или робот помогает ему, или он роботу. Опять жесткие лаги, непонятно с чем связанные. Туда мы можем? Нет, мы туда не можем перейти. Вот, сейчас мы опять найдем, да? Угу. Пропустить, как там пропустить? Ага, это мы были, это мы здесь видели, это были. Мне интересно, знаете что, кто этот робот, то есть искусственный интеллект, кто это такой? Кто это такой, что это установлено 3%? Это просто же искусственный интеллект, а кто? Может, он раньше тоже котом был? Я ж не знаю. И ты, кстати говоря, не знаешь, да? А, подожди. Хорошо. Так. Так, замечательно. То есть нам, наверное, надо будет воспоминашки где-то, ребята, искать. Я не обещаю, что мы их все найдем. Да я вообще ничего обещать не буду, мы их навряд ли все найдем. Я в основном... Ох, ё-моё, тут прям улей целый. Знаете, на кого похоже? На... А, нам жопа. Быстрее, быстрее, быстрее куда-нибудь выше. Охренеть, нас чуть не сажали. Короче, с ним тормозить нельзя. Офигеть. Тут все что-то в колючей проволоке. Как ты... Их, видишь, пытаются как-то изолировать. Их пытаются отвертки, вон, кстати говоря, это отвертки вот висят. Да, вот, видишь, отвертки. Их пытаются как-то изолировать, но они все равно размножаются. Пошли, пошли. Ага, видишь, здесь вот люди. Ой, ну, в смысле люди, там это, роботы как... Трущобы. Здорово, бро. Смотри, вроде... Чё ты? Не бойся, не бойся, я... Он увидел кота и включил тревогу? Ты чё? А вы чё? Тревогу включил, увидев кота. Там воздушная тревога. Вот это да, ребята. Вы чё пугаете? Не пугайтесь, ребята, я хороший. Мяу. Блин, цикунишки. А чё они меня боятся? А что у них за бзик на котов такой интересный? Может, весь мир погиб из-за котов? Я даже не знаю, ребят, что предположить. Почему они котов-то боятся? И что, он с нами сражаться будет? И что? Я ж кот, я обычный кот. Или нет? Мне же даже страшно как-то. Ну давайте подойдем к нему. Познакомиться. А перевод можно? Кажется, у них свой язык. Ты не зурк. Мы не знакомы с такими, как ты.
Добро пожаловать в наш поселок. Только, пожалуйста, не ешь никого. А, они думают, они подумали, что я вот та вот этот хэдкраб, который там бегает. Он подумал, что я типа они, ну вот эти монстры. Они подумали, короче, что мы эти вот те вот эти таракашки. А как-то они вас едят, вас роботов, вы же металлические. Как-то странно. Непонятно. Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? О, фотография аутсайда. Какая нелепость. Лифт не работает, все знают, что уйти отсюда невозможно. Нужно, ну, кроме аутсайдеров. Но их уже не осталось, за исключением Момо. Попробуй поговорить с ним, если хочешь, он... Если хочешь, но он давно прекратил все попытки выбраться отсюда, это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой неоновой вывеской. С оранжевой неоновой вывеской еще желтым. Ага, нам туда. Нажмите, чтобы попросить B2 о помощи. Не стесняйся вызывать меня в любое время, я всегда рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момо. Он живет в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он наш единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. То есть он мне будет подсказывать. Понятно, нам надо туда. Тут подобие немножко открытого мира, да, как я понимаю. Перевести. Рынок. Привет, я торговец на рынке. Ты даешь мне что-то, я даю тебе что-то взамен. Все очень просто. Набор электрических кабелей. Лучший на рынке. Я обменяю это на моющие средства Super Spirit. Это лучшее, что я могу сделать. Нет, к сожалению, это я не принимаю. Ага, то есть если электрический кабель, нужно моющее средство Spirit. Это нота, прекрасная работа очень известного музыканта. Это будет стоить одну банку энергетического напитка, не меньше. А зачем мне это все? Я же кот. Нам повезло, что у нас есть предметы, которые помогают защититься от зурков. Трущобы таят в себе немало угроз. Подготовка самая важная. Так, короче, надо вещи какие-то собирать. Энергетический напиток, что-то там еще, да? Ты потерялся, тебе нужно что-то... А, мы это уже знаем. Вы кто? Ой, я. Понятно. Не со всеми, видимо, да, можешь пообщаться. Зачем туда подниматься? Там ничего нету. Познакомиться. Ты нас так напугал, мы думали, что ты зурк. Понятно. Так. Я-то не зурк. Я ухожу за растениями, люди их усовершенствовали, теперь им требуется очень мало света. Я просто добавлю немного воды и посмотрю, как они растут. Поистине удивительная технология. А где нам брать предметы разного типа? О. Speed 2K. А, нам не Speed 2K, нам там надо какой-то другой энергетик. Я помню. Что-то он же какой-то там другой, да, энергетик сказал. Так, куда я полез? Подождите, мне интересно с ним еще пообщаться. Привет, я музыкант, но у меня нет песен. А, я могу песни дать, да, то есть ноты. В принципе, как понимаю, это не особо нужно, да, вот это вот то, чем я занимаюсь. Ребят, зачем я одел? Знаете, в чем прикол?
Знаешь, в чем прикол? Я нажимаю, допустим, вперед, он идет назад. Я нажимаю назад, он идет вперед. Я нажимаю вправо, он идет влево. Видите? Я нажимаю влево. Очень, короче, жоп. Зачем мы одели пакет себе на голову? Доступ к канализации закрыт из-за большого количества зурков. Будьте осторожны, оставайтесь в безопасной зоне. Зурки. Таинственный пароль от сейфа. А, подожди. А. А как нам его это показать? Написано, следуй за цифрами, но это выглядит как двоичный код. Последовательность 0 и 1. Но это выглядит как двоичный систем, последовательность 0 и 1. Мы должны так или иначе расшифровать код. Возможно, он имеет отношение к сейфу. 0 и 1, двоичная система. Следуй за цифрами. Ну, здесь, кстати говоря, цифер до хрена. 0 и 1, двоичная система. А к чему это? Ну, типа, может... А, тут нуля, кстати говоря, нету. Понятно. Замечательно. А с хранением... Да. Так, пойдем туда еще сбегаем. Открытый мир появился, ребят. Проблематично. Ну, в том плане то, что... Открытый мир, конечно, это всегда прикольно. Он такой здесь небольшой. Этим, ребят, мы лучше перестать ронять ведро с краской, иначе космо разозлится. Супер Спирит Пауэр. Зачем я это делаю? Так, это ты один из нарушителей спокойствия, играющих с ведрами с краской на крыше. Убери краску, я устал чистить крыльцо из-за наводимого тобой беспорядка. Это намек на что? Так. Блин, ребята, тут прям это... Еще тот для игры на гитаре, чтобы поднять настроение, если найдете, принесите мне, я живу рядом с лифтом Морус. Так, ага. Запомнить. Покойтесь с миром, люди. Люди были первыми обитателями этих мест. Похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, что это глупый вопрос с моей стороны, но действительно ли они обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, что смерть значит для ИИ. Прости, я не хотел портить настроение. Пошли дальше. Так, а здесь что нам дадут? Спид 2. Ну, опять спид. Опять скорости нам дали. Блин, город-то это поизучать можно, ребят. Ну, правда, не везде залезть можно, но... Нахрени какие-то переулочки. Мне просто интересно походить. Оттуда я пришел. Так. Здорово. Значит, я сегодня это... Значит, если сегодня это вчерашнее завтра, то завтра будет вчерашним сегодня. Так, время странная штука. Мы не стареем, как наши предки из крови и плоти. Мы застряли здесь навсегда. Это да. Чё смотришь? О, пиксель. Понятно. Дизайнер-бабушка. Я очень люблю вязать, я уже связал шарфов на 769 километров, так чтобы
так, чтобы занять время на 769 километров. Если принесешь мне кусок электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо. Ты меня вдохновляешь, найди, но найти подходящего материала здесь нелегко. Потребуйся. А бабулю 769. Подожди, а 769 в случае мне это не комбинация какая-нибудь? Программист. Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. Давай. Здорово. Привет. Я пройду? Ты не против? Нас запрограммировали быть рабами, но уже, ага, 2 миллиарда лет тут дней у нас нет душа. У нас есть душа, надеюсь, когда будет аутсайдер, найдут выход. Ага. Ты не против того, что это зашел? Тебе нужен Элиот, он вон там. Взять нут. Мы взяли нут, кстати говоря. Немножко, знаете, неудобно в такой математике играть за кота. Можно это? Музыку из Ералаша убрать? Да нет, да куда ты? Ага. Так. Да, чем я могу помочь? Таинственный пароль. Хочешь, я прочитаю этот двоичный код? Секунду, мне нужно откалибровать мои линзы. Готово, это означает бар-буфер. Странно, кто назначает встречу с помощью двоичного кода? Бар-ду-ду-дуфер. Бар-дуфер. То есть нам надо идти в бар-дуфер. Ага. Запомним. В бар-дуфер. Это дерево настоящее чудо науки. Удивительно, человеческая изобретательность нашла способ создать растение, которое процветает без солнечного света. Органическая жизнь нужна деревьям для очистки воздуха в городе. Роботам это не нужно, но они все равно за ними ухаживают. Это именно то, чего хотели бы люди. Бар-дуфер. Где у нас бар-дуфер, кстати? Откройте мне дверь. Да блин. А, дверь не открывается, да, как понимаю? Понятно. Если бы она открывалась, она бы открывалась. А, вот и бар-дуфер, кстати говоря, по-моему. Прямо из окна. Гостиничного номера моего. Бар-дуфер, наверное, вот он. А, ты немного похож на Зурка, по крайней мере, издалека. Они так мило выглядят и звучат, но не позволяй себе одурачить. Эти штуки прогрызают металл, они ужасны. Я понял. Бар-дуфер, вот он, походу, дело. Нам пин-код надо с тобой. Сменим музыку. Здорово, бармен. Нальешь? Это, в валерьянке. Ты здесь новенький, чем я могу быть чем могу помочь? Это очень старый двоичный код, только настоящий гик сможет его прочитать. А, ты то есть не гик. Нам нужен где-то дуфер. Да, мы в баре. Тут где-то должен быть пароль. Только интересно, как он написан. Лучший работник месяца сентябрь, ага, 27-го года. Какого-то 27-го года. А там четырехзначный пароль или какой нам нужен? Я не знаю, я задался целью, ребят, найти пароль. Код в поисках пароля. Он действительно... они действительно это потребляют? Их первоначальный дизайн не включал в себя пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали, подражая людям? Думаешь, мне стоит попробовать что-то из этого? Не хочу показаться неуважительным к их обычаям.
Бар Дуфер. Угу. Воу, забили. Молодцы, красавцы. Так, мы набрали ноты. Это газета от роботов, живущих наверху на уровне 2. Ей нужен, ей уже несколько лет, но это хоть что-то, что можно почитать. Ноты. Ну, нам сказали, в бар Дуфер надо идти. А что именно здесь? Именно здесь в баре, ребят, надо. В каком плане именно? Ну, а здесь как бы мы часть видели. Здорово. А что ты хотел? Смотри, вот здесь есть это, в принципе, да? Джейкоб, лучший работник месяца, 27-й год. Джейкоб. Как насчет выпить? А нельзя, да, с ним типа поговорить, типа, в каком году он родился? Ну, как родился, его создали или... Что там с ним произошло? А, 1283. А вот пароль. 1283, ребят. Все, мы разгадали пароль. А теперь вы вспомните, да, 1283. Блин, я думал, здесь загадка немножко другая будет. Ну ладно. Ну и хорошо, 1283. Подожди, бро, сейчас тебе дам. Что там внутри? Ноты. Ребят, ради нот, ребят, все это делали. Хотя это не обязательно, как я понимаю, знаете, нота. Без названия. В этой мелодии ровно 44 ноты. На. Либо ноты говно, либо ты гитарист говно. Извини, чувак. Что-то непонятно, а. Ну, спасибо, но буду практиковаться. Думаю, что можешь найти еще, ну на еще. А! Мы, видимо, собираем потихонечку ноты, что ли. Он. В итоге соберется целая песня, как я понимаю. Ну, это такая игра, такая она... Неохота никуда спешить. Мы легли поспать. Нормально, ребят, можно поспать на летсплее? Бро, у тебя музыка закончится, я хотел тебе еще дать ноту. Ладно. Так, а ему нужны провода. Подожди, а где там этот торгаш-то проводами, еще чем-то? А, на моющее средство Супер Спирит. Подожди, а на что там нот меняешь? Энергетического напитка, не меньше. Ну на. Вот, держи. Так, а это моющее средство надо где-то взять. Для проводов. Тогда бабушка нам сошьет новый этот. А где нам взять, интерес, слушай. А, моющее средство. Ну где его можно взять? А где-то вот здесь, кстати говоря, наверное, можно взять его.
Да, наверное, где-то вот здесь, вон там, наверное, наверху. Вон, наверное, баночка прямо наверху стоит, на меня смотрит. Извините. Чё ему там надо? Чё он там хотел? Убери краску, я устал чистить крыльцо из-за наводимого тобой беспорядка. Чувак, я не хочу убирать краску. А я туда не могу залезть? Подожди. Ага. Ага. Хорошо. Здорово, ребят. Ребят, а что вы делаете? Осторожно, мне нужно сосредоточиться. Я не хочу уронить еще одно ведро. Так, ну здесь мы, я как понимаю, можем достать краску. Ой, краску эту, ну ты понял. Моющее средство. Я думаю, надо нам идти с тобой уже немножко по этим. По заданиям. Так, а у нас что, где подсветка? А, вот сюда, да, нам надо. Мы так с тобой сегодня не дойдем, видимо. А как нам, подожди, а к чему он говорит, убрать типа эту? Берите там мяч. Играйте. Разрешаю. Так, подожди-ка. А, сюда нельзя зайти? А что он от меня реально хотел? Какие, чтобы я ему там что убрал? Я не знаю, ребят, куда я пошел, мне интересно поизучать. А здесь что за окно? Ну-ка, пойдем сюда. Так, запрыгнули. Хорошо. Извините за бардак. Непонятно. Ноты. Хорошо. Ради нот пришел? Взять записная книжка. Странная записная книжка с нанесенными на нее символами. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Все идет по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем. Тихо, что там? Нам удалось связаться с верхним уровнем до того, как приемопередатчик вышел из строя. Они находятся в месте под названием Мидтаун. По всей видимости, оно находится под контролем какой-то жестокой власти. Я недавно говорил с Момо, его глаза, я знаю этот взгляд, он не пойдет с нами. Не знаю, что это значит, но это может пригодиться нам позже. Надо найти этого Момо, о котором рассказывал хранитель. Тут жила какая-то девчонка. Клементина. Это случай не из этих, а из Walking Dead. Walking Dead же, да, там это? Клементина-то. Так. Вот там я вижу этот. Чувак, отдыхай, подожди. А куда нам надо? Нам вот сюда, да, надо. Здорово. Бро. Бро. На эти круги свет приятно смотреть, но я хочу когда-нибудь увидеть настоящее небо. А вот сайт Момо сказал, что когда-нибудь он отведет меня туда. Понятно. Так, нам туда, туда, да, ага, и туда. Но мне интересно уже другое. Интересно, другое, другое. Вот это вот. Напиточек. Сейчас, мы кот умный, мы снимаем это. Энергетики пьем. Кот на энергетиках, ребят.
Ага. Что это? Непонятно. Что-то включили. Так, здесь что? Блин, слушайте, мы и так не дадим сдавать до задания. Ни хрена себе, библиотека какая-то. Прикольно, слушай, сделано, ребят. Очень здорово, очень. Столько компьютеров. С душой сделана игра такая, знаете. Ой, книжки поэта. Эй, док, я нашел ключи от твоего сейфа. С ними надо быть осторожней. Полученного предмет сейф. Прятать сейф за кучей книг не лучшая идея. Библиотекарша Джесс. Прятать сейф за кучей книг не очень хорошая идея. Мне кажется, где-то здесь сейф. Кто скажет, да ладно. Вот это ты. Как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42. Короче говоря, он просто, ребят, он учил и просто... Просто, ребят, в общем, вы поняли. Просто вы поняли. Слази. А где здесь сейф? Библиотекарша. Блин, где-то здесь сейф по-любому, ребят. За кучей книг. Я не вижу. Это что? А, это можем прилечь. Но я не вижу сейф. За кучу книг. А на что там, кстати говоря, по сохранению? 4 минуты назад. Хм. Ну, меня просто смутило это, как бы, то, что нам сказали, то, что может быть сейф где-то за кучей книг. Туда, кстати говоря, запрыгнуть не можем. Я пытаюсь. Ключи. Еще один ключ. Надо найти то, что он открывает. Охрененно. Может быть, где-то на этом уровне. Может, вообще не здесь. Может, где-то в другом месте. Я-то думаю, где-то в этом. А, подожди, вот же. А, это холодильник, подожди. Это ж холодильник, ребят. Ну, я не знаю, короче, где сейф, может быть. За кучей книг. Может, вообще не на этой локации. Может, здесь просто мы находим ключ. А потом надо найти место, где... Потому что я не вижу нигде. Чтобы как-то контактировалось. Ладно, пойдем к этому. Ладно, еще мы приметим, что здесь есть местечко интересное. Да, мы не забудем его. Может, я просто не увидел, ребят? Может, я слепой? А я слепой. Давай к старику подойдем. Дойдем до этого. Эй, ты, привет. Ты выглядишь странным и маленьким, но что-то в тебе есть. Я очень хочу тебя погладить, но не буду, потому что не понимаю, зачем. Понятно. Вот. Ладно, пошли к этому зайдем.
туда наверх, да я думаю, серию надо заканчивать. Ходим, изучаем. Прикольно, конечно. Так, а что нам насчет краски? Может, нам надо сделать так, чтобы они краску перестали бросать, кстати? А, вейпора? Пожалуйста, не беспокой ее, она такая неуклюжая. Какая вейпора? Он про что? Я сказал, надо эту, да, заканчивать. Ага, заканчиваем. А, заметь, там, да, ага, вон там он еще какой-то есть. Окно. А, там мы были, да, в том окне? А здесь что? Блин, мне так интересно походить, слушайте. И туда что-то сходить, и сюда. Электроснабжение, вентиляции. Да я понял, да-да-да. Так, вентиляцию мы открыли. Это мы куда спрыгнем? Я не знаю, куда, ребят. Что там, я не знаю. Но, блин, любопытно. Да, ребят? Ну, пойдем. Мяу. Нам любопытно, мы пошли. Вот. Давай попьем, то мы давно уже не пили. И какой-то срач. Что мы здесь найдем? Непонятно. Зачем роботы бухают? Я не понимаю, если... Если, ну, это роботы. Подожди. Ага. Так. Так. В чем прикол? Это шорткат, что ли, какой-то? Или что я открыл? Ну, это запомнить можно хорошо. Поразительно, компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их простой ИИ всего лишь имитировал человеческие чувства. Теперь все эти, все это принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство важно в безысходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безысходная, безвыходная. То есть искусственный интеллект научился что-то копировать. А, мы около этого слезли. Подожди, а мы сможем назад залезть? Так как вот мы залазили. Ну, если мы смогли слезть, наверное, сможем залезть. Вопрос, зачем мы... Зачем мы залезли туда в окно? Мы же там ничего не нашли. О, господи, ребят, столько вопросов, а ответов-то и нету. А туда зачем? Подожди, а зачем я залез-то? Что я? Я же там ничего не нашел. Просто что, ну, как бы, что я? Или я что-то не увидел? Там, наверное, ноты, да, где-то были? По-любому. Смотри, здесь вроде ничего, да? Ну, водичку попить хорошо. Все просто типа пустой. Ну, типа все. Ну, хрен знает. Не знаю, короче, ребят. Что-то как-то не пойму. Ладно. Пойдем в дом к этому. Ты скажешь, да господи, ты уже сколько времени пытаешься туда зайти. Да-да-да, все, пошли. Все, идем только туда. Нам надо что-то с краской решить. Я не понимаю, что, но нам надо в этот сходить.
Растворитель мы там у этих найдем. Снизу. Может, нам надо, чтобы он кинул растворитель, то есть уронил. Ой, растворитель, краску. Не, подожди. Подожди, надо... Ага. Это сейчас откроет дверь. Вот что надо было, ребят. Я буду понимать, козлы сраные, что вы опять там кидаете свою краску? Кстати говоря, странно, потому что у них краска. Потому что херню страдает какой-то перекидывать. Зачем столько краски вы перекидываете? Так, мы с тобой обязательно потом сходим за краской. Ну, туда надо будет сходить. Где эта краска? А сейчас мы идем с тобой в дом. Наконец-то, да? Кто скажет, господи, 40 минут он туда шел. Блин, интересно полазить. Честно скажу. Интересно. Да и сохранение давно пройдет. Надо, чтобы сохранение прошло. Сохранение. Знаете, в чем минус игры? Сохранений нету. Ну, ты не можешь сохраниться в том месте, где ты хочешь. Минус игры, ребят. Я хочу, чтобы игра могла сохраняться там, где ты хочешь. Все, мы пришли в дом. Блин, 13 минут назад сохранение было. Аутсайдеры? Чего он расстроился? Бесполезно, зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты, чего тебе надо было? Это сыграй в аутсайдер, ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся, это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали, и я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот хуёвый, в общем, приемопередатчик не работает. Мы с друзьями вели записи наших исследований аутсайда. Вот возьми мои, если действительно хочешь туда попасть. Записная книжка. Одна из четырех. Теперь ты сам по себе, а я завязываю с аутсайдом. Удачи. Мама выглядит очень грустным, он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую он нам дал. Манифест аутсайдов. Да тихо ты, что там манифест? Манифест аутсайдов. Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Мы должны защитить наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от зурков. Подпись Клементина. Ага, Док и Момо. Похоже, имя Момо было добавлено позже. Кстати говоря, книгу Момо мы нашли. Думаю, нам нужно найти другие записные книжки. Ну, эту мы нашли. Все, сохранение прошло. Мы с тобой нашли две записные книжки, осталось еще две. Нужно искать в заброшенных квартирах, районах, их должно быть видно с крыши. Ищи логотип аутсайда. Аутсайда логотип это вот такой вот, синенький вот, который слева. Но две мы нашли, да, с тобой получается. Две мы с тобой нашли. Надевать пакеты я себе на голову не буду, конечно же. Давай подерем обои, как обычно любят делать коты. Вот. Что я могу сказать, ребят? Увидеть с тобой уже в следующей серии. Серия получилась долгая. Да, ребят, долгая. Что поделать? Вот такой вот я. Запомним. Back Home 2. Как Half-Life 2, только Back Home. О, Обратно домой 2, я помню эту видеоигру. Мне кажется, ее разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с ученым много в нее играли. Было весело, я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? Black Home 2, и типа... Half-Life 2, наверное, типа намек на такое. Да-да-да, Half-Life 2, намек на Half-Life 2. Типа... Опа. Вот, намек на Half-Life 2, ребят. Короче говоря, аутсайд, да, где... Этот символ на стене совпадает с символом в записной книжке. Ага. Мы здесь уже были, но не мешало бы проверить, есть ли здесь и другие подобные знаки.
Ну, вон там он есть. Вон там, как раз где мы были. Ну, там я ничего не нашел. Сейчас вернемся тогда туда. Ну, как в следующей серии вернемся. Вот там вот слева. Там мы были. И вот там вот справа еще. Или мы там были как раз... А, мы там как раз-таки не нашли сейф. Где-то там сейф должен быть, ребят. Вот. То есть там мы были, там вот мы нашли как раз-таки. Да, получается? Вот здесь вот нам осталось. Вот здесь, там надо книжку где-то поискать. И там, короче говоря. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.